первый ряд уйдет на Ленина, да. Второй ряд уходит опять на разворот. И дети, ну, нам как бы надо желательно сюда, вот где вот это приехало. То есть право еще раз перестроишься, только там машины не видишь. И это нужно ехать. Двумя руками руль держи. Чтобы не тупить, в правый ряд опять иди. Давай, включай поворотник, как раз за ногом направо, притормаживай. Здесь надо было не включать поворотник, потому что все равно поворот направо был. Выбирай место для остановки. По идее, наверное, здесь меняется. Сейчас в борбин едешь, это раз. Во-вторых, там без знака остановка запрещена прямо на повороте. Поехали, нельзя здесь. Сингапур проехал. Знаешь, да, что это Сингапур? Поехали. Там только останавливаются. Не крутируют. На дороге стоишь. То есть, вот нерегулируемый перекресток. Здесь уже можешь останавливаться. Понял? Там нельзя останавливаться. Смотри на светофор. Это что, регулируемый перекресток? А это да. Вот и так ты не шути. Видишь, одна пара светофора. То есть вот там синяя машина поедет сюда. Какой она первый светофор увидит? Красный, да, который там с той стороны, где этот автобус стоит, он будет сюда поехать. В какую сторону ему светофор? Понятно? У него светофоров нет. Это пешеходный переход регулируемый, понял? У него что, вот он не регулирует перекресток, а регулирует смотри переход. Потому что на перекрестке будет гореть тебе зеленый, ты будешь поворачивать, тем горит красный, правильно? А тут никакого. Это получается тоже, да? Это тоже, да. Выбирай место для остановки. Был? Да. Ну тогда что мы должны делать? Дальше были. Ну дальше что мы должны делать? Ну, перестраиваться. Да можешь не перестраиваться. Чем руководствоваться для того, чтобы остановиться? Что отменяет действие того знака? А, перекрестка. Перекрестка. Совершенно верно. Вот перекресток, видишь? Правый ряд уходит. Что нам нужно сделать? На остановке же можно останавливать? Да, можно. Тут какая-то двоякая ситуация получается. Почему? Заезд, видишь, ты перегородил. Желательно здесь не останавливаться. Ну, все равно лучше проедь и там остановись. Ага, поехали. Ну, я думаю, что здесь уже нельзя останавливаться, потому что мы видим знак. Что мы видим? До знака остановка запрещена. Ну, здесь получается, опять же, можно, да? Здесь можно, да. Попробуй. Тут заезд, да, мы перегородили. То есть человек не повернет, а вот так поедет. Поехали. То есть в таких ситуациях вообще лучше здесь не останавливаться, а вот там нет. А там же опять, вот там, да, нельзя останавливаться. Где? Вот где машины стоят. Там парковочные места, вот так надо вставать. Ну, то есть поворачивать. Ага. Да. Поехали. То есть лучший вариант будет вот здесь остановиться. Да. Ну, потому что здесь метров 30 есть, где остановиться. А здесь как он остановился, по сути, да, так нельзя.
здесь тоже вроде нельзя. Здесь можно везде еще. Нельзя на остановке. Не знаю, видишь, что там. Ага. На перекрестке направо поедем. Перекресток вот справа от нас. Тормашивает. Это тоже является нерегулируемым перекрестком. Все, я понял, да, какой регулируемый. А? Понял тогда, какой регулируемый. Я ничего не понял. Наверное. Сейчас поедем и посмотрим. Регулируем перекресток, когда прямо держи руль просто. Вот, все, ты выехал. Двигаемся в аэропорт. Аэропорт. Автобус ты пропускаешь. Ага. Видишь, нам горит красный. Да. Видишь? А с промышленной им горит зеленый. Это регулируемый перекресток. Теперь нам горит зеленый, а с промышленной горит красный. То есть ты сейчас на зеленый, допустим, поворачиваешь. Горит тебе красный, но ты не боишься, потому что основной тебе сигнал зеленый, да? Ага. На зеленый поехал, влево либо вправо, там будет стоять красный сигнал светофора. Многие боятся, но это для кого? Это для тех, кто как едет поперек. Давай мне скажешь, где регулируемый остановка. Выбери место для остановки за регулируемым перекрестком. Что это? Вот здесь это регулируемый перекресток. Я, говорит, понял, что такое регулируемый перекресток. Это пешеходный переход, там даже поворотов никаких нет. Я вообще сейчас затупил. Поехали, конечно, затупил. Поехали. Лево, поворотник, укажи. Вот. Все, все, ты на дороге находишься. Только что я объясняю. Должны быть светофоры, регулируемый перекресток должен быть красный и сбоку зеленый. Понимаешь? Или наоборот, зеленый и сбоку красный. Но опять же, круглые светофоры, они пешеходные, человечки не нарисованы. Вот опять пешеходный переход. Горит нам зеленый, многие теряются, а там же горит красный. А ты посмотри, это человечек нарисован, понимаешь? Ага. Это пешеходный светофор. Это что у нас? Это пешеходный переход. Если вдруг тебя обливает всю машину, да, всегда тормози, ну, пока не почистится стекла. Это что? Ты опять стоп. Я не наехал сейчас. Блин. Правда, не наехал. Ну смотри, как он остановился слева. Вот так надо останавливаться. Понял? Угу. Чтобы не было спорных ситуаций на экзамене.
смотри, нам горит зеленый, вот это перекресток, видишь? Нам горит зеленый, а товарищам горит красный. Посмотри, вот справа, вот видишь? Видишь? То есть регулирует движение, понял?